У меня в гостях находится Марина Горковик, представитель компании Enso. Марина, расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей компании и с какой коллекции вы приехали на выставку CPM 2020. Ну, во-первых, хочется сказать, что мы из города Челябинска. Мы занимаемся производством женской одежды. У нас полный цикл от создания дизайна до продажи, так скажем, товара. Мы в первый раз на выставке CPM представляем свою компанию. Очень впечатлены, очень много положительных откликов о нашем продукте. Ну и, конечно, ищем новых партнеров, потому что мы открыты для новых знакомств, для новых связей. Марин, скажите, а какую коллекцию вы с собой привезли? Осеннюю, летнюю, весеннюю? Мы представили часть весна-лето 2020 и привезли с собой информативные материалы о текущей коллекции. Это осень-зима 2019-2020. И, конечно, очень много топовых и продаваемых позиций привезли для того, чтобы показать всем. Марина, а где можно увидеть вашу продукцию своими глазами и потрогать своими руками? Ну, на сегодняшний день здесь. Всех приглашаем на стенд 7.2. У нас 7.2B27 стенд. Ну и вообще у нас есть представители в нашем городе, и у нас есть представители в Питере, в Казани, в Казахстане. То есть здесь достаточно много партнеров, которые с нами работают. Нужно уточнять. Адресно уже мы готовы всем дать информацию. Марина, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.